С начала акции «Подари тепло солдату» волонтеры при помощи тополяков собрали более 150 вещмешков. А это 1000 пар носков, 500 зубных щеток, 500 комплектов бритв, батарейки, теплое белье и другие необходимые вещи. Необходимость есть в фонариках налобных, есть необходимость в мультитулах, термобелье. Если нам их передают, соответственно, недавно такой момент у нас был, нам передали порядка 30 комплектов термобелья, мы сформировали их в вещмешки и передали ребятам, которые отправлялись в Тюмень из нашего Тобольского военкомата. Волонтеры работают сменами. Одни принимают вещи, другие формируют вещмешки для мобилизованных. Для нас это так, обычное дело, мелочь, а для них, наших солдат, это тепло от нашего Тобольска, поддержка. Они знают, что мы их ждем тут, надеемся, что они вернутся здоровыми и будут знать, что мы о них заботимся, ждем их тут. Тобольские рукодельницы тоже присоединились к акции. 15 мастериц вяжут теплые вещи для мобилизованных. Была приобретена пряжа, раздана нашим ветеранам. Они вяжут сегодня уже носки, которые мы в ближайшее время будем выдавать нашим мобилизованным солдатам. В ходе акции осуществляется и сбор денежных средств. На деньги, собранные в нашем благотворительном фонде, он так и называется, «Подари тепло солдату», будут приобретаться все необходимое для уже для солдата, для ведения боевых действий. Акция «Подари тепло солдату» продлится до 30 октября. Сбор вещей и денежных средств проходит в торговом центре «Жемчужина Сибири». Наталья Китова, Ярослав Прохоров, Тобольское время.